Вышли мы в город Александрополис, это набережная. Посмотрим, что здесь есть. Город небольшой, вот наш отель. Рядом здесь находится парк, детская площадка. Сейчас пройдем, когда назад будем возвращаться, я сниму вам, покажу. Здесь есть рестораны, можно выйти покушать. Вход в воду, здесь видите крупные камни. Купаться здесь не получится, можно повредить ноги. Вот там есть небольшой вход. Впереди обещанный маяк. Дойдем до него, посмотрим. Это единственная достопримечательность данного города. Решил, что это памятник Ататюрку, но вроде бы в Греции находимся. Давайте сходим посмотрим, кому. Я ошибся, это не Ататюрк. Какой-то Георгий Александр. Кто он, что он? Здесь напротив памятника находится, судя по всему, какая-то воинская часть или воинское подразделение. Стоят танки, пушки. Вот мы добрались с вами до маяка в городе Александрополис. Здесь тоже есть рестораны, кафе, набережная. Снизу находится парк развлечений какой-то для детей. Я думаю, здесь вечером он будет работать. И сюда можно с детками сходить. Вот он такой небольшой. Друзья, если вы не были еще в Греции, я обязательно рекомендую вам посетить эту страну. Вы в нее влюбитесь, у нее свой колорит, и единожды побывавши в ней, хочется в нее возвращаться и возвращаться. Здесь славяне, у них та же религия, что у нас, церкви. Никто никого не дергает, мусульман нету такого, как в Египте или в Турции, когда вас тащут за руки в магазины или какое-то неуважительное к вам отношение. Здесь такой вот релакс, как будто бы ты домой попал. Поэтому, если вы еще не были в Греции, я обязательно рекомендую вам посетить. Гуляем дальше. Вот такой калорийный тут домик у нас. Город состоит из параллельных улиц, которые параллельно морю сделаны. Здесь уже, видите, есть магазины торговые, в которых можно вот там велосипеды купить. Здесь какой-то ресторан, судя по всему. А, нет, какой-то компьютерный центр. Магазин обуви. Греческие улочки. Интересная площадь небольшая. Опять мы вышли на улицу параллельную. Здесь, видите, много кафе, ресторанов, баров, магазинов. Я думаю, там еще одна такая же есть. Если получится, сходим, посмотрим. Что я хочу сказать по этому городу? Довольно милый город такой, тихий, спокойный. Заблудиться здесь очень сильно нужно постараться, и это, наверное, нереально, потому что улицы параллельные друг к другу, и если вы заблудились, просто поворачивайтесь к морю, и вы разберетесь, куда вам выйти надо. Много кафе, ресторанов, баров, тут зелени много, поэтому для такого спокойного, даже молодежного отдыха, я думаю, этот город может вам подойти. Любят греки статуи без голов и без рук. Вот еще одна. Вот так вот в Греции моют автомобили. Видите, стоит, поливает. Ленивый вариант. Ну вот мы зашли, видите, уже спальный район такой небольшой. Тишина, спокойствие, никого нету. Там женщина сидела, гречанка, услышала русский голос. Говорит: «О, мальчики русские, привет!» Возвращаемся в наш отель. Здесь рядом находится мини-маркет, заправка. И вот здесь парк, видите. Сейчас посмотрим, какие там есть тренажеры. Видите, есть тренажеры. Можно прийти, позаниматься спортом. Сразу же здесь ресторан, можно покушать. Здесь вот детская площадка есть. Еще тренажеры и тут какой-то амфитеатр. Ну, парк такой неухоженный, все такое по-гречески.